Их лаборатория отвечает всем современным требованиям и проводит широкий спектр исследований. Их ветврачам и искитимцы доверяют жизнь и здоровье своих питомцев. Специалисты управления ветеринарии Искитимского района в регионе на хорошем счету. Традиционно государственная ветеринарная служба Искитимского района у нас является одной из самых сильных. Здесь очень слаженный профессиональный коллектив. Удается обеспечить уже многие годы благополучие района по особо опасным болезням животных, в том числе опасным для человека. Учет животных – еще одно из направлений ветслужбы. Данные по каждой особи вносятся в электронную базу. С 1 марта мы уже вносим вновь родившихся животных, они в систему Аргус занесены. Все предприятия, сельхозпредприятия, частный сектор – это и пчелы, и птица домашняя. Если дома какое-то животное, если вас в системе нету, вы его никуда не денете, вы его не перевезете. Продукцию от него вы никуда не продадите. Лучших работников сегодня чествуют грамотами и благодарственными письмами губернатора области, Минсельхоза, главы Искитимского района. При этом даже во время небольшого торжества ветклинику продолжают упрощаться владельцы питомцев. Но долг зовет, и мы идем. Так поется в гимне ветеринарного врача. Его обязательно исполняют напоследок, и ему следует в повседневной работе.